Всем привет, добро пожаловать на канал спортивного питания. Сегодня у нас будет обзор на новый протеин от компании Optimum Nutrition. Это у нас американский бренд, называется продукт Lean Whey. Делается такой протеин только в пакетах на 17 порций и на 35. Большим изобилием вкусовых наполнителей нас не особо порадовали. Сделали основные, это клубника, ваниль и шоколад. Дизайн мне лично очень нравится. Удобная пакетированная форма выпуска. Есть застежка сверху, то есть продукт не будет портиться после открытия. Колпачок в середине мерно есть тоже. Как заявляет сам производитель, это протеин, который будет способствовать снижению веса. Крупным планом у нас здесь написано 20 грамм белка в порции. Optimum Nutrition любит все свои основные характеристики описывать на самой упаковке. То есть это все, что на порции содержится. 20 грамм белка, 1,1 грамм жира и калорийность 98 калорий на порцию. Это очень-очень мало, как бы. Также продукт содержит CLA, L-карнитин и зеленый чай. В данном случае вкус клубничный. И фасовочка, как мы видим, на 35 порций. Теперь рассмотрим состав поподробнее. Одна порция — это один мерный колпачок. Колпачок в середине есть. 26 грамм его вес. На эти 26 у нас приходится 98 калорий, 1,1 грамм жира, общее количество углеводов 1,4, из них быстрых углеводов 0,6 грамма, 0,1 грамм клетчатки, общее количество белка 26 в порции. Следующие идут компоненты, которые как раз будут способствовать снижению веса. Это полезные жиры CLA, будут способствовать снижению веса и сохранению мышечной массы. L-карнитин, который будет доставлять жирные кислоты в митохондрии клеток, где они будут преобразовываться в энергию. И зеленый чай, который вызывает термогенез. Теперь рассмотрим источники белка. Как видим, это протеин-бленд. На первом месте сывороточный протеин-изолят. Значит, его будет в большем количестве, чем всех остальных, потому что производитель расположил компоненты по порядку убывания. Что на первом месте, того и больше. Получается, сывороточный изолят больше всего, на следующем месте сывороточный концентрат, молочный протеин-изолят и спецсмесь. Дальше идет пеногаситель, стабилизаторы, загустители. Рекомендация производителя по применению — это смешать один мерный колпачок на 300 мл, принимать такой коктейль с утра натощак, между приемом пищи, можно перед тренировкой, после тренировки. В нетренировочные дни можно просто пить между приемом пищи и с утра натощак. Это все актуальное время для приема. Вы же будете делать по мере потребности, в зависимости от вашего веса и от того, что девушка вы или мужчина. 2-3 приема в день. Этого будет достаточно. Данный продукт, он подходит, как сказал уже, и девушкам, и мужчинам. Для тех, кто думает, что возьмет этот протеин и будет пить его, и это будет работать на снижение веса, хочу сказать, что это не будет так. Как бы. Да, рекомендует производитель именно этот протеин для снижения веса, но никто не отменял тренировку, никто не отменял диету. Вот этот протеин, допустим, подойдет идеально для белковой диеты. Он хорошо обработан, в нем минимальное содержание калорий, жиров, углеводов. Кто согласен с этим насчет того, что продукт не будет сам по себе для снижения веса работать, если человек не занимается и просто начнет пить протеин без корректировки какой-то диеты, то ставьте палец вверх. А если вы не согласны, то что, допустим, можно его пить и будете снижать свой вес, то напишите комментарий, каким образом вы будете это делать или делали. Кто пробовал такой протеин, оставляйте свои комментарии под этим видео. Делитесь своими впечатлениями о продукте. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. До свидания.